Студія ТВАЄ в прямому ефірі. Я Дмитро Тузов. Рівно рік тому почалась анексія Кримської автономії Російською Федерацією. З нами в студії сьогодні Сергій Куніцин. На той момент Сергій Куніцин був представником, ви вже стали тоді, представником президента. Нагадаю, що виконуючим обов'язки президента був Олександр Турчинов. І фактично в момент початку анексії, окупації, ви спостерігали за цим буквально в кабінеті виконуючого обов'язки президента. Ви вже бачили тих, кого називають зеленими чоловічками. Така дивна назва, між іншим, для окупантів. Та? От. І я розумію, що це питання вже, можливо, і не має якогось значення, але дискусії точаться. Чи можна було Крим втримати військовою силою? Що ви думали, коли ви побачили, що вже відбувається захоплення державних установ, що почалась окупація? Ну, я был же на Майдане координатором афганского движения, как бы, политическим координатором. И афганское братство тогда выдвинуло меня на пост министра обороны. Ну, а я за неделю до «Зеленых человечков» в Крыму защищал докторскую диссертацию в Таврическом национальном университете. На какую тему цікаво? Организационный механизм управления туристическими кластерами. От як ми прогавили агресію. Ми, все, ми про туризм думали, розумієте? Да. Ну і ні, спочатку в декабрі Янукович дав Могильову команду, мені сорвали защиту. А защититься я вже змог тоді, коли Майдан побіжив, тому що мені не дали. Ну, смисл не в этом. Смисл в тому, що було таке предложение від афганців, а потім мене позвав Кличко, я ж в ударі був, і как бы, говорить, там Турчинов хоче поговорити. Ну і о том, що треба би поїхати в Крим. Я думаю, что если бы я на неделю раньше поехал в Крым, мы могли бы многое изменить. Потому что когда я защищал диссертацию 20-го, по-моему, числа, то на меня ряд депутатов крымского парламента вышли и сказали, ну, Майдан победил, мы понимаем, вернись в Крым премьер-министром, потому что лучше как бы крымский Куницын, пусть с Майдана, чем, скажем, там кто-то из тягнебоков со свободы, они этого боялись. Вот. Я сказал, ну если вы мне дадите гарантии, что там из 100 депутатов, там 51 голос же нужен был для премьерства, вот, там за сутки фактически 60 депутатов дали добро. Я сюда приехал, как бы Турчинов об этом сказал, но они долго думали, я же был как бы ударовский, а там, Тимошенко из тюрьмы вышла, Тимошенко, Турчинов, Аваков, и они... Значит, там не хотели Крым отдавать удару, они послали... Отдали России, да, не, получается? Да, ну, если следуя по такой логике. Не, ну, они сначала послали туда Сенченко в Крым, как раз татарский митинг этот был большой, вот, и мы потеряли неделю времени, а потом уже, когда меня позвали 26-го, по-моему, ну, сказали, нужно ехать, я говорю, хорошо, я поеду, но уже вот эти не зеленые человечки, а две группы спецназа по 50-60 человек захватили парламент и правительство. Это ж не так много, да? 50-60 боевики. Да. Но мы у Турчинова в кабинете, сидел Наливайченко, Аваков, мы смотрели как раз видео, потому что там удалось стащить видео, в Совмине же там, ну, на входе видеокамеры, милиция же имела видеосъемку, и видно было по действиям, что это спецназ работает, да? Просто если бы в Крыму был «Беркут» около 400 человек, и где-то 160 человек «Альфа», причем очень подготовленные, хорошо вооруженные, я знал командиров. То есть, если бы я на неделю раньше приехал, можно было бы этим же ребятам, их, ну, 600 человек, а тех 100, да? Там, плюс национальная гвардия, ну, внутренние войска. Вот проблема была в том, что «Беркут» же не поддержал Майдан, и более того, они же бежали как раз в Крым. Ну, смотрите, дело же не в этом. Дело в том, что плюс еще национальная гвардия около 3000, причем там «Ягуар» стоял под Феодосией, там где-то человек 700, очень боевой отряд. Как бы. Да, они были с Майдана, да, были опаленные, но ребята патриоты, и... Если бы тогда там уже «Беркуту» и «Альфе» крымской было сказано условно, вам амнистия, пойдите выбейте террористов, и с ними можно было бы договориться. Но когда я приехал, я это и сделал. Во-первых, я приехал, прилетел на самолете, меня около 200 автоматчиков и снайперов окружили, как бы весь аэропорт был окружен. Поэтому я тогда позвонил Константинову, там, с Аксеновым, и говорю, я поеду, стреляйте. То есть они меня не хотели пускать, вообще из аэропорта выпускать. Но мы выехали, они на это не решились, но захватили представительство президента. Я так на работу и не попал. Там тоже спецназ уже был с автоматами. Я один день был в милицейском главке.
Но они меня отслеживали, они захватили милицейский глав, потому что я собрал всех силовиков. Силовики так вздохнули, говорят, ну наконец-то хоть кто-то координатором приехал, да? Потом они пошли захватывать глав. Я переместился через двор в СБУ. Два дня я был в СБУ, они захватили СБУ. А потом я уже на нелегальном положении был. Но штаб ВМС слился сразу в Севастополе. И единственный человек... Штаб слился, но ведь корабли не слились, да? Мы же помним эту эпопею, когда экипажи не сдавались. Не только корабли не слились. Зам командующего военно-морскими силами по береговой обороне, который командовал морпехами, перевалинской бригадой, артиллерийской бригадой Симферопольской, генерал Воронченко, он сейчас в АТО воюет, кстати. Вот такой мужик, он, я помню, я тогда силовиков собрал, они говорят, ну что, начнем совещание. Я говорю, сейчас Воронченко подъедет, подождем. Они говорят, этот сумасшедший, он готов стрелять. Он был готов. Он был готов защищать Украину. Кстати, 25-я десантная бригада, если не ошибаюсь, вышла с техникой и с вооружением. Там разведрота была, разведрота. Не бригада. Была на базе Переваленской бригады разведрота, и они заминировали БМД. И готовы были их подорвать, если бы на них штурмовали. Ну, слушайте, два батальона морской пехоты, Переваленская бригада, бригада, артиллерийская бригада очень хорошая в Симферополе. То есть были подразделения. Я, кстати, мы с Тенюхом согласовали. И мы дали команду, захватили, морпехи захватили Кировский аэродром военный. Потому что мы уже самодеятельностью занимались, мы уже не оглядывались на Киев. Я с Тенюхом согласовал, позвонил Воронченко, он говорит, Владимирович, давай, представитель главы державы, дай команду, захватим хоть один военный аэродром, вдруг наши десантироваться будут. И морпехи пошли, захватили аэродром, они его несколько дней держали, кстати. И даже в плен взяли там двоих русских офицеров, морпехов российских. Но не было команды. Ну и феодосийская бригада морской пехоты до последнего стояла до последнего. Боеспособная очень, да. Перевальная была очень мощная бригада, там пару тысяч бойцов, ребят. Там у них танки были, артиллерия, разведрота 25-й бригады. Короче, были силы. А тем более Путин говорил, да, это ж непонятно кто, зеленые люди где-то купили БТРы. И просто... Не нашлось в Киеве человека, который бы проявил политическую волю. Знаете, по телефону говорить, вы там откройте огонь. Это несерьезно. Военные ждали письменного приказа. Ну, потому что... А такие приказы поступали по телефону? Открывайте огонь согласно уставу. Ну, я знаю, что Тенюх даже командирам кораблей звонил. Но вы понимаете, что такое приказ по телефону и что такое директива, которая пришла там по спецсвязи, да, там официальная. Если бы был приказ тому же Воронченко, я думаю, он применил бы оружие. Причем не обязательно было убивать зеленых человечков. Можно было просто выкатить танки, лупануть там над головами. Они бы сами разбежались. По крайней мере, если бы мы тогда дали по зубам в Крыму. Я вот хотел к этому перейти. Если бы мы дали по зубам, отдать мы могли, то, я думаю, Донбасса не было. Да, собственно, я хотел перейти к этому вопросу. То аппетит приходит во время еды. То есть мы спровоцировали. Нет, мы просто, знаете, как нас насиловали, а мы не только не сопротивлялись, мы еще помогали кайфовать. И это... Помогали кайфовать, вы сейчас сказали, да? Ну и, так примитивно скажу, может грубо, но смысл в том, что к ним пришел аппетит во время еды. Я думаю, что у россиян была главная задача поначалу отжать Севастополь. Они боялись, что когда Майдан победил, типа того, что -то базу флота выкинут, расторгнут договор. И насколько я там, в силу того, что я обладал информацией, у них главная задача на начальном этапе стояла отжать Севастополь. Ну, а с Крымом как получится. Получилось. Да, получилось. А получилось пошли дальше. На восток Украины. Пошли на восток, да. Поэтому, если бы дали по зубам в Крыму, не пошли бы на Донбасс. На восток бы не пошли. Это мое твердое убеждение. Вот интересно, то, что во всей этой всей дезинформаційної війни ви згадали, власне, цей епізод, коли Путін не визнавав присутність російських військ, а визнав він це 17 квітня, а президент Російської Федерації визнав участь російських військових у захопленні, відокремленні кримської автономії, в анексії півострову. Навіть медаль викарбували на цю честь і нагороджували. Ну, вже після референдуму. Після референдуму, так. Да. От давайте я хотів ще запитати про цей референдум, тому що тут такі цифри. Офіційна цифра, яку надають засоби масової інформації Російської Федерації, це 93,7% людей, а прийшло їх за тією ж інформацією 60% на виборчій дільниці, от з них 93,7% проголосували за відокремлення Криму
від України. Водночас лідери кримсько-татарського народу, зокрема Мустафа Джемільов, оприлюднив відомі йому цифри. Це внутрішні дані доповіді ФСБ, тобто це теж російські дані російської розвідслужби та ФСБ, згідно з якими голосування «за» становило лише 32%. А де тут правда, як ви вважаєте? Ну, це серйозно. 93,7 і 32%. Ну, во-первых, я скажу вам, что Крым всегда голосовал неактивно. Там народ ленивый, курортный. Поэтому, а потом, покажите мне хоть одну страну, где проводят за 10 дней референдум по отторжению части территории. Понятно, что это была липа. Они же первоначально назначили там, по-моему, на апрель, если мне память не изменяет, или на 26 марта, что-то такое. А потом, когда они поняли, что гарнизоны сопротивляются, да, что ситуация такая, что промедление смерти подобно, они за 2 недели провели референдум. На туалетной бумаге напечатали бюллетени. Бюллетени были проголосованы заранее, комиссии были понятны. Ну, посчитайте, что 90% крымских татар голосовало против, либо вообще не пошло, игнорировали референдум. Я даже помню, что АТР, телекомпания татарская, они на, там, где на нескольких участках, они стояли вот на окраине Симферополя, там есть там район, значит, и где компактно проживает подавляющее большинство крымских татар. Вот они поставили на одном из участков съемочную группу, так там явка была 10% всего. Прям показывали, и там эта комиссия сходила с ума, потому что им, ну, они не могли там вбросить, потому что стоит вот, ну просто не было столько телегрупп, да, телевизионных для того, чтобы... Поэтому этнические украинцы, а их 24%, ну, в Крыму, ну, я не думаю, что их так уж много бы нашлось, которые бы проголосовали, чтобы их родину Альма-Матер там отдать в Россию. Поэтому реально, насколько мне известно, я тоже обладал такой информацией, что Путину положили секретный доклад о том, что реальная явка 36,4%. Реальная явка 36,4%. А из них там, сколько там из них проголосовало, это второй вопрос, но по своей сути референдум по отторжению, при том, что 30% явилось людей, он, ну, он аморален по своей сути. А потом покажите мне страну, где, знаете, проводят референдум по тому, быть территорией в этой стране или в другой, без круглых столов, без обсуждения и под дулами автоматов 30 тысяч автоматчиков России. Я, знаете, поскольку вы это запитали, да. Я невеличку ремарку скажу. Мы с вами спостерігали нещодавно референдум в Шотландии за відокремлення від Великобритании. Да, так, да, мы же пам'ятаємо. Так у цей референдум готувався 30 років. Причому не 30 років. Да. Це реально населення інформували, розповідали, що буде в одному випадку, що в іншому, як економіка відреагує, якою буде політика, які будуть стосунки з Європейським Союзом. 30 років ішов цей процес з різними плебісцитами, опитування там думок і все таке інше, і без автоматів, що найголовніше. Ну, я тоді росіянам говорив, давайте ми 30 тисяч українських солдат ведемо в Воронежську область і проведемо референдум под дулами автоматов. Вы за присоединение к Украине? Проголосуют за. Поверьте, если будет 30 тысяч наших войск там из АТО, ну, к примеру, да, так, пошутим так, зло. Поэтому понятно, что это было, а, под давлением, б, фальсификация полная. И ложь, она и во всем. Когда там Путин и другие рассказывали о том, что вот, там крымчане проголосовали, я всем говорю, подождите. Я в 90-м году был мэром Красноперекопска и народным депутатом Украины. Так вот, в декабре 91 года на общеукраинском референдуме о незалежности Украины Крым проголосовал, русский Крым и русский Севастополь, 54,2% проголосовало за то, чтобы Крым был автономной республикой в составе Украины. 54,2% из там, 2 миллионов избирателей. Посчитайте, это там 800 тысяч, условно говоря, да? Поэтому референдум готовился несколько месяцев, были круглые столы, мы там выступали, дебаты были на телевидении. Здесь же этого ничего не было. Здесь просто... А я вам скажу, почему еще под дулами автоматов. Ведь в 2003 году была Тузла. Я на Тузле, я был премьер-министром, да, и мы тогда отстояли Тузлу. Но для меня была Вы дважды были премьер-министром Крымской автономии. Да, но для меня Тузла была показательна другим. Не тем, что с ней произошло, а тем, что
Тузла, как я сейчас понимаю, это был пробный шар бильярдный. Как Крым отреагирует? Так вот, там же, я уже не помню, сколько там, пару месяцев они там сыпали дамбу, да, были там эти боевые действия, в кавычках, дипломатические, пограничники наши, мы там как бы, да, но, как говорят россияне, русский Крым и русский Севастополь, никто же Тузлу не поддержал. Никто не поддержал действия России по отторжению песчаного острова 4-километрового в пользу России. Я думаю, что Россия тогда сделала серьезный вывод, потому что они надеялись, что попытавшись соединить вот этот остров с материковой Россией, Кубанью, русский Крым поднимется. Слушайте, даже пророссийские организации... Никто слова не сказал. Кстати, тогда при власти уже был Путин, правда? Он, да, уже, он да. уже был президентом. Да, они же тогда с Леонидом Даниловичем встречались там, как раз дня за два до этого встречались где-то там в Краснодарском крае. И потом Данилович вертолетом прилетел в Крым, улетел в Бразилию, по-моему. Так вот есть такой... А Путин сел на вертолет и полетел, ему Ткачев, губернатор Краснодарского края, сказал, да вот, смотрите, тут этот остров, у нас есть амбарные книги при царе Горохе, в котором написано, что это наша территория. А правда ли, что тогда Кучма объявил боеготовность номер один в войсках? Когда вот был этот, ну, кризис, да, вокруг острова Тузла? Ну, я слышал недавно заявление одного из журналистов, это Туфта. Боеготовность, понятно, была объявлена. Значит, не это сыграло главную роль. Дело в том, что мы подняли все архивы. И в 1973 году мы подняли даже протоколы выборов на Тузле. А на Тузле не было там как бы... Там... Местного населения, там гарнизон. Нет, там не было гарнизонов. Там было два пансионата, и был поселочек, да, и там было две улицы Керченского городского совета Украинской Советской Социалистической Республики. И мы подняли, даже в 73-м году были выборы в Керченский городской совет УССР. И мы подняли, что жители Тузлы голосовали в Керченский городской совет Украинской Советской Социалистической Республики. Мы подняли карты Генерального штаба СССР, на которых территория РСФСР и Украины проходила с той стороны Тузлы в нашу пользу. А господин Ткачев и все те, кто Путину лапшу навешали, они не смогли найти ни одного советского свидетельства о том, что остров являлся территории РСФСР. Ну, вы знаете, сейчас потеряна и Тузла, и весь Крым, точнее Крым, а вместе с ним остров Тузла. Какая ситуация сейчас? Вы отслеживаете? Вот я же не зря спросил и сказал, вы дважды были премьер-министром. Конечно, отслеживаю. Так, а какая ситуация сейчас? Вот, например, тогда, когда происходила аннексия и захват, очень активно поднялись крымские татары. Они готовы были реально сражаться, да? Да. Кстати, ваши коллеги-афганцы тогда мне звонили, да, в Киев и говорили, мы готовы, давайте какие-то связывайте с политиками, давайте, у нас есть организации местные, мы готовы защищать Украину. Но я же 10 лет возглавлял Крымский союз ветеранов Афганистана, он был самый сильный на территории СССР, у нас около 6 тысяч афганцев. Я когда прилетел в Крым, я на третьи сутки собрал правление крымских афганцев. И, кстати, приехало человек 5 моих друзей с Украины, афганцев, в поддержку. И мы на правлении приняли решение, крымские афганцы, встать в форме с наградами между украинскими войсками и российскими, не допустив кровопролития. И сделали обращение к украинским афганцам. И готовы были с Украины ехать делегации афганцев. Нас окружило около 1000 боевиков в офисе. С булыжниками, с камнями, там 90% это были переодеты и спецназовцы, и десантники российские, куча телекамер, и они хотели меня взять в плен и закидать камнями тухлыми яйцами, а телекамеры должны были снять, как ненавидит крымчане картинку, да, картинку, да, представителя Украины. Но мы, ребята афганцы, взялись, 70 человек, там у нас было всего 70 человек, за руки взялись, два ряда, а офис у нас находился в здании МЧС города. И я выскочил в машину, я был охраняемым лицом, вот, они пытались забрать оружие охраны, в общем, побили машину, но мы не дали им шанса, не удалось им ни закидать ни камнями, ни так далее. Действительно, мы тогда такую позицию занимали. Поэтому сейчас... Какая судьба вот сейчас крымских татар, например? У меня есть информация о том, что 10 тысяч крымских татар уже... выехали за пределы полуострова. Это такая как бы скрытая депортация. Ну, я могу сказать, знаете, у русских есть Россия, у украинцев Украина, а у крымских татар, кроме Крыма, ничего нет. Они
40 лет были в депортации, у них погибла масса людей, им ехать некуда. И я знаю, что многие из них говорят, да не давайте в Крым ни свет, ни воду, ни газ, мы будем в горах траву есть, а эти пусть, извините, шлеперы, пусть наедятся этого счастья. Поэтому Россия, конечно же, я вам скажу, цари были мудрее, русские цари. Они крымских ханов и руководителей, они давали им княжеские титулы. Два драгунских полка из крымских татар в свое время наполеоновский Париж брали. В 1823 году эти драгунские полки предотвратили еврейские погромы в Крыму. Цари пытались с ними найти общий язык. А путинская Россия, они пытаются, думают, что если они уничтожат Меджлис, разгромят и поставят лояльных татар, то они победят крымско-татарский народ. Там много чеченцев сейчас приехало, дагестанцев. Они пытаются через мусульманский фактор идти по чеченскому сценарию. Это провальная, ошибочная политика. Если пружину долго сжимать, она имеет свойство выстрелить один раз. Поэтому ситуация там тяжелая. Знаете, они на чем... Украинцы, яка ситуация? Ну, они знаете, на чем сейчас играют вообще? Вот у них остался один козырь. Смотрите, зарплата упала. Они платят хорошо силовым структурам и платили бюджетникам. Там 17 тысяч рублей получал учитель там в школе. Сейчас 7 тысяч. 17 тысяч по 30 долларов и 7 тысяч по 70, да? То есть 600 долларов и 100. Есть проблемы у бизнеса, полный коллапс. 6 миллионов было туристов, в прошлом году миллион. Люди, крымчане, 30% живут за счет туризма. Сельское хозяйство в загоне. Рисовальские хозяйства уничтожены, потому что вода северокрымская не поступает. Бизнес стоит. Промышленные предприятия стоят. Там, та же сода, тот же титан. Потому что санкции наложены, нельзя экспортировать. Экспортная продукция, экспортная. Да? Поэтому на самом деле единственный аргумент, которым сегодня там крымская власть и все эти маринетки играют, они говорят, а если бы мы остались в Украине, мы бы воевали на Донбассе. Вы видите, что с Донбассом. Вот чем они сегодня людей как бы... Вот. Они же запугивали, что там 20 тысяч правый сектор и бандеровцы, людоедов приехало жрать всех русских. А когда это уже сейчас не работает, они говорят, а вот если бы мы остались, на Донбассе Зрозуміло. Война, мы бы в украинской армии воевали сейчас там. У нас лише хвилина зараз в ефірі. Як ви вважаєте, ми для себе зробили висновки із втрати Криму? Та? Тому що ми ж всі, якщо говорити про нас, ми не білі і пухнасті. Та? Очевидно, була відсутність регіональної політики. Те ж саме, що й на Донбасі, який був подарований олігархам. Вони там робили, що хотіли. Це можна подивитись по тому стану, в якому перебуває Донбас. Та? Я вже навіть не кажу про руйнування, які зараз нанесені війною. Ми для себе зробили висновки, що потрібно робити для збереження України? Ми зробили половинчаті висновки. Я вам скажу, я не можу зрозуміти, чому в правительстві до сих пор немає должності віце-прем'єра по окупованим територіям, по Криму і по Донбасу. Почему у нас не разработана военно-стратегическая и вообще стратегическая программа по возвращению Крыма, Севастополя и Донбасса? И нет структуры, нет программы. Она должна быть как айсберг, публичная для населения, для людей. И может быть большая часть айсберга, потому что там должны и спецслужбы работать, и все остальное, для непубличное, скажем, да? И я думаю, что с одной стороны мы сделали выводы, а с другой стороны мы их не сделали. Дякую. З нами в ефірі був Сергій Куніцин. Ми зустрічаємось о 16:10 і будемо говорити про економіку, про реформи, про ситуацію на фінансовому ринку України. Отже, за кілька хвилин після випуску новин.